В народе говорят, чтобы заниматься танцем живота, нужен живот. Поэтому сегодня наши участницы идут на белли-дэнс к преподавателю Елене Абакумовой. Я на нее посмотрела, такая фигурка красивая. И я задалась прям целью, что я сейчас худну, и я обязательно пойду заниматься именно этим видом танца. Мне очень понравилось. Во-первых, пластика, движение. Вообще, я могу одно сказать, что я завидую ее парню. Вот правда, иметь такую королеву рядом, танцующую, это того стоит, это супер. Трясти до булочками, это ладно, а вот с животом, это да. Понятное дело, семья, дом, работа. Но когда женщины приходят на тренировки, они отдыхают не только душой, но и телом. Мало того, что они приводят себя в форму, худеют очень сильно. У меня максимум женщина похудела на 8 килограмм за месяц. Я сама была в шоке, да, но в принципе в среднем 2 килограмма. Мы сейчас поедем. На 2 килограмма худеют. Во-вторых, это очень хороший антицеллюлитный эффект, все тряски, это массаж всех органов, меняется женщина внутри, то есть она становится более мягкой, более сдержанной, фигура меняется. Бывают девочки спортивного плана, закачивают мышцы в тренажерке, да, ходят такие, как мужчины, но только они начинают заниматься востоком, появляется талия, руки более женственные, походка, все меняется, то есть это очень важно. Конечно, то, что отражалось в зеркале, хотела закрыть глаза и представить на минуту, что ты там весь такой стройный, красивый, у тебя все это как надо работает. Ну, потом со стороны, Маша, стыдно смотреть. Помпушки такие, трясемся. Холодец не заказывали. Как после тренажерного зала вышли все мокрые. Да, там, конечно, классно, но хотя нам сказали, что не переживайте ничего там такого стыдного, что вас завели таких толстух, да, помпух. Я на нее смотрела, думаю, ой, я сейчас слабая, я смогу, ой, думаю, сейчас как начну. Да стыдно, конечно. Да такие телеса, давай там холодцом двигать. Такая девчоночка у нас миниатюрная, статуэточка, красавица стоит. И мы такие бегемоты, давай скакать, конечно, смешно. Ну, поначалу смешно, а потом смотришь, думаешь, да нормально. Партнер проекта «Комплекс Анкор». Специально для деловых людей. Комплекс «Анкор» предлагает организацию конференций. К вашим услугам. Укомплектованный конференц-зал. Организация кофе-брейков, фуршетов, банкетов. Ждем вас по адресу Трудовая, 15.
Компания «Стелс», ведущий поставщик услуг на рынке систем безопасности Амурской области, предлагает проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. «Стелс» – ваша невидимая защита. Благовещенск, Артиллерийская, 17, телефон 519-777. В салоне женской одежды «Каприз» при покупке двух вещей третья в подарок. Акция продлена до 15 марта. Женская логика в супермаркетах «Калина». 1 плюс 1 равно 3. Купи две туши «Мейбелин» и получи третью в подарок. «Калина». Приятные покупки, полезные подарки.